трех новых молитвах из книги «Наш Армагеддон». В результате житель Екатеринбурга Песклаков А.Н. после испытания молитв на себе сообщил: «Неизгладимые впечатления произвели на меня ваши новые молитвы. Каждую произносил по три раза, со всем вниманием и искренним чувством. Уже во время чтения второй молитвы ощутил, как лоб стал покрываться мелкой испариной, а после прочтения третьей пот прошибок, как после серьезной физической нагрузки. На третьей молитве из области сердца одновременно по всем направлениям стало разливаться особое благостное тепло. Почувствовал себя как никогда в радости, сразу захотелось жить и творить. Какими словами за такое можно отблагодарить Бога и вас? Чувства просто переполняют. Хочется, чтобы слова молитв постоянно звучали в моем сердце».